войти опять назад в колею. Знаешь, у меня нет такого метода. Но я слышал, по-моему, Вуди Аллен или еще кто-то из достаточно известных людей сказал, когда мне очень плохо, я попробовал сделать одну вещь. Я с запоем посмотрел 100 кинокомедий самых разных. И они вывели меня из депрессивного состояния. Я это взял на заметку. Дай бог, чтобы это никогда не пригодилось. Но когда какие-то моменты, я бы не сказал, совсем плохо, а что-то вот так вот накатило, ну, меня пока что спасает 12 стульев. Мой дорогой Остап с Кисой Воробьяниной и Золотой теленок, потому что я очень люблю Паниковского. Вот этого несчастного, замечательного человека, о котором вот читаешь все, и ему хочется уже все заранее простить, настолько он, казалось бы, безобидный, убогий, хотя приносит очень много зла. Уж назваться ребенком лейтенанта Шмидта — это кощунство было. Ну, кажется, ему и это можно простить. Ну вот Ильф и Петров пока что. Ну, я бы не сказал, что это панацея. Но можно попробовать. Так что давайте возьмем вот этот совет. 100 комедий подряд запоем. Говорят, помогает.